о том, что эти лифты есть и что вы хотите ими пользоваться. Во имя, очень важно, во имя сверхзадачи, во имя того, чтобы этот кайф всех, и врагам, и недругам, всем умножался, и мы можем запрограммировать эту систему так, что с благодарностью старым системам, матрицам, с благодарностью, не с борьбой, они не могут себя модернизировать, но мы, пользуясь наработками старой системы, используя их каркас, потому что мы видим, что к чему приводит управляемый хаос, эта программа для игроков сильных, которые понимают, что мы бессмертны, они это знают в своих ложах или виналах, и их дети учатся в высших университетах и все. Но я напоминаю, те знания, о которых я говорю в открытую, в масонских, тамплиеровских ложах иллюминалов, передаются только внутри круга. Это что же внутренний круг всего? Эзотерический круг – это люди не массового сознания. Каждый из вас обладает потенциалом колоссальным. И я вам напоминаю, вы гении – это младший класс. Вот гении – это связующее звено. И сегодня я запустил этот процесс.